Здравствуйте, приветствую вас на канале «Делаем модель парусника». Сегодня я буду изготавливать битинги бушприта. Вот они находятся вот здесь вот на палубе. Вот здесь немножко видно. И имеют вот такую вот форму. Но я буду делать несколько более сложную форму в связи с тем, что согласно той проводки такелажа, которую я собираюсь устанавливать на модель, задействуется и вот этот вот элемент. Кроме того, здесь не хватает немаловажного такого элемента, как подушка бушприта. То есть бушприт будет вот так вот устанавливаться, и он должен упираться в так называемую подушку бушприта своим шпором. Thank you.
вот две заготовки, собственно, битинги бушприта почти готовы со шкивами. Теперь нужно будет установить еще подушку бушприта между ними и поперечную балку, вот такую вот кросс-пис, вот так вот будет, и тогда только он будет готов к установке. Сейчас буду вклеивать подушку бушприта, вот эту вот. Она должна была изначально по задумке стоять вот так. Но придется ее ставить вот так. Почему? Потому что сверху должно установиться три кафельнагеля. Но в наборе они идут такие, что диаметр вот этой вот оголовья этого нагеля соответствует где-то в реальности диаметру трехлитровой банки. И, естественно, впихнуть туда их будет трудно. Поэтому я расширяю вот это вот расстояние, чтобы три этих нагеля можно было более-менее красиво установить на свои места. Так, вырезал я поперечную балку, вот эту вот кросс-пис. Она должна быть установлена вот так вот. Но ее нужно углубить туда несколько. То есть я взял ту же реечку такой же толщины, наклеил на нее наждачку и просто выбираю нужное место. Вот просверлил три отверстия для нагелей. Вот. И вот таким вот образом они должны сюда установиться. Вот так вот. О. Сейчас я просто приклею этот кросс-пис. И дальше еще два болтика вобью туда.
вот единственное, что осталось, это подогнать под седловатость палубы, и работа закончена. Да, ну и естественно установить его на палубу. А устанавливать я буду на штифты, которые я сейчас вот здесь вот установлю. Битинги бушприта установлены. Они несколько, конечно, отличаются, чем были даны в инструкции. Несколько более сложные, но так необходимо для последующей проводки такелажа. А я на этом видео буду заканчивать. Спасибо всем за просмотр, лайк, подписку и оставленный комментарий. Всем пока, всего доброго и удачи!